Это сколько? 25, да? Это парень здоровый, не пьешь, не хочешь. У него другие задачи сейчас. Так, что, сейчас все готовы, да? Серёж, с подробным разъяснением и обоснованием. Давай. Не все понимают эти чудо-приборы, не все понимают, о чем вообще речь. Где что пищит, так. Так. Что он распищался? Так, коллеги, добрый день, меня зовут Сергей Азго, у нас сегодня мини-слётик, вот, на котором мы проверим разные катушки на Интроник. Там у нас боспорские монетки на приз закопаны на нормальной глубине, не как жетончики на 5 сантиметров зарывают. Вот, значит, и сейчас у нас киски наконечник, глубина 40 сантиметров. Значит, вот, как бы, ну, пройдемся по-чистому. Вот, я отстроил баланс. На 45 уже не видит. Вынимай кто-нибудь. Паш, ну, ребят, вынимите. Снимаю. Давай я вынимаю. Где чего, когда? Вот-вот, вынимай эту штуку. И куда? Просто вынимай. Чтобы показать, что ничего нет. Все. Вот, пожалуйста. Вторая цель у нас будет сейчас. Домогольский крест. Значит, где он у нас? Так. Это чешуйка? А, нет, это крестик, да. Вот такой вот крестик, домогольский корсунчик. Бронза. Давай тоже на 35 для начала. Где там 35? Так, я уже забыл. Ну вот, посередине. Слева. Вот это? Нет, посередине. это 30, левее, ниже. Это 25, 30 посередине. Посередине 30. Посередине 30. Или 15, 20, 25. Нет, вот это 35. Это 35 ты сунул. Ну нормально 35, вот давай 30. 30, 30. Ладно. Это вот катушка для таких целей. Глубже. Четко сигналочек. С хорошим рейтингом. Да. Там есть. Слушай, да, я тут повырву. Травину вот эту. Давай, и глубже сразу на 40. Ну так, попробуй. А сколько глубина была? Это 35. 30 или 35? 35. 35, давай на 40. 35 сантиметров, ребята. Правая 40. Вот это. Ага. Да. Это вот цели, которые больше никто не возьмет. Потому что очень большая. Ну вот сигнал у нас сейчас заряжен и правильно настроен. Давай 45 попробуем. Да. Звук четкий. Вот это для него. Мне не верили, что я золотинку в 3 копейки вынул с двух штыков. Ну, не с двух, там до 50 не дотягивал чуть. Вот. Вот он, как бы Интроник с правильной катушкой под свои цели. То есть даже копейку СР он хуже уже будет это брать, чем 13. Это 45, да? Да. Тут берет. Ага. Ну, я бы... Ну, можно с натягом засчитать, но я бы не стал. Ну, как бы... Это уже 40, да, сантиметров? 45. 45. Большая глубина для такой цели. Да, ну, плохо берет, но берет. Так, ну что, теперь чешуйку маленькую. Это полудынышко. Мехведа. Ну вот она, замотана за ленту. Потом можем размотать. Давай сейчас прям. Прям потом, да. Стойте, ребята, размотайте это, корсунчик и скиски наконечник, да. Чтобы видно было, потом что это... Потом ставки сделаем эти. Да, да, да. Чтобы люди понимали, что... Просто цели... я... Да, снимается, да? Снимаешь? Сейчас. Ты как замотал? Вот, вот. Ну вот, где я видим сейчас. Этот корсунчик мы сейчас смотрим. Вот она, вот так. А где эта штука? Я не... Да, да, вот она, вот. Вот так, да. 35. Ну, 30, давай я сейчас переборку. 30. Вот здесь 30, да? Да. По-моему, да? Да, 30. Сейчас. Не, нормально. Так, что у нас? 35 надо. Это что, чешуйка? Да, да. А, так, да, это чешуйка? Чешуйка, да, вот была. А не наконечник, да? Нет, не наконечник. А где же наконечник? Я была. Нора там, у вас, нора в ямке. Ну ладно, сейчас посмотрим. А в чем тогда? Так, сейчас что у нас?
Наконечник смотрите. Получается. Ну, сейчас посмотрим. Да, короче, одну раскручу. Скифы, да? Да, скифский наконечник. Так, сейчас 30 смотрим. Сантиметров. Так, значит, вот на чистом. Вот, пожалуйста. И теперь. Давай 35. Вот 7,60. Это ее, чисто ее цели. Вот, прям ее, больше ничего. Давай 40. Это 35, да, было? Да, это 35 было. А ты сними, куда он стоит. Кто-то там 5 копеек не может взять на 40. Ну, у нас все. Давай. Какая глубина, вкус. Огромная. Да, 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 давай. Сейчас посмотрим, что это. Это 40, по-моему, да? Не? Все. Ну, да, уже, ну, уже все, все. Да, да, да. Ну, 40. А, сколько? 35 пропал, да? Не, у тебя 40, да? 40 сейчас сантиметров. 30. Ну, все, все, да. Конечно, скиф. Да. 35. Ну, нет, нет, это будет. Все, 35. Это на третий, на обычный, без турбо? Да, на, с турбо. С турбо. Только надо уметь турбо пользоваться. Никто не умеет, а я сейчас научу. Ага. Во, все, понял? Не совсем 40 раз. Сделай, посмотрим. 40 от наружу запрыгивает. Ты думаешь, что я его зарядил правильно? И он вообще с обгрейдом. Это еще и катушка правильная. Давай. Да? Ходить-то так можно на твоих суперчастотах. Можно, можно. Вот, вот, вот. Вот, ты идешь, ты тихо. Ну-ка, стой. Вот. Стой. Ну, вот. Меня зовут Сергей Азбу. Секретная настройка на сигнал. Настоящая секретная. Сейчас секреты все выдадим. Вот, копейка на 40. Ну, на 40, наверное, не возьмет, на 35 брал четко только что. Вот интроник, пожалуйста. Все. Катушка 12 кГц. Все тут с хитростями, естественно. Просто так ничего не бывает. Так. Так, там ничего нету. Ну и хорошо. Вот мы вводим, значит, ничего у нас нет. Теперь берем, вот у нас копеечка СССР, на 40 сразу висусь. Потом пока. 40 сантиметров. Это правая. 40 сантиметров? Правая. Это считаем хроникой. Вторая. Нет, 2, нет, 25, правая, потом 30. Самая правая и 30, вот 30, еще 5, ниже. 40. 40, суй. 40. Нет, да. 30. 35. 40, ага. Вот, считай индрониковская глубина. Нет, 35. Давай 40. Это 40. Это 35. 15, 20, 20, 25, 30, 35. Давай 40. Да померьте, рулетки, вон рулетки. Да. Вон направо. Чтобы сомнений у народа не да, было. Да, кстати, да. Лучше рулет покажите просто. Потому что ямки, они ямками. Бери рулеточку. Все-таки, когда это визуально, действительно. Понятно. Так, вот. 40. 40. Поехали. Момент истины. Одна копейка. 40. И вот мы ходим вот. Знаешь, как мы это делаем? Как мы это делаем? Значит, теперь кто-нибудь снимайте экран, и я покажу. Давайте датчик адаптируем. А давай, может быть, Жень, ты тоже снимешь? Да, потому что у тебя основной как канал. Да, вот. Так. Значит, вот что я делаю. Начнем с адаптации датчика. Так. Значит, вот адаптация датчика. Теперь смотрите. У меня режим, как видно, турбо. Да? Горит буковка Т справа? Да, есть такое. Есть такое. Турбо, значит, мало кто умеет вообще им пользоваться. Потому что... Вот слышите вверх, да, звук? Вот, мы выровняли звук. Все, то, что надо. Теперь у сигнума... Чтобы его правильно настраивать, надо знать его особенности. Когда он переходит в режим баланса, он выходит из турбо.
И поэтому мы получаем, вот смотри, сколько сейчас циферки здесь? Фазы. Кто видит? Минус 0,9. Минус 0,9. Смотри, выхожу. Теперь слушайте. Видите, грунт 83. 84. То есть мы опять заходим в баланс грунта, переходим в ручной режим, и, соответственно, мы должны 83,97 единиц добавить, по-моему, в плюс. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Теперь видите как? Она скосилась. Но, когда мы выходим из баланса, ведь турбо смещает нам баланс, мы выходим из баланса, и теперь слушайте. Ага, еще пока надо больше. Значит, он... А, мы не в ту сторону что-то перекрутили. Так, теперь заходим сюда опять. И в минус убираем. Слышите, по звуку? Вот, давайте еще сейчас. Ага, перекрутили. Все нормально, в ту сторону мы правильно крутили. Так. Ага, одну прям пол единички достаточно. Так, движение в минус. Все, теперь смотрите. Вот. Все, у нас правильно настроенный прибор. Мы можем с ним ходить. Ну, тут все не так просто. Это как бы одна из хитростей. Вот. Ну, прибор заряжен. Вот. Значит, с апгрейдом все как полагается. Катушка тоже с небольшой хитростью. Но самое главное, что 40 сантиметров есть на копейку. Так, ну все. Значит, сейчас перемотаем 13-й датчик, и у нас пойдут крупные цели. И вот мы посмотрим, насколько он реально заберет. Все. Да, зависай, Жень. Да. Начнем. Апгрейдинг, да? Из широкой проводки. Нет, хорошо. Сразу прям видно, что... 60 сантиметров. 65. А что? В эту сторону, итак, когда уходит катушка, сразу, да? Такой прям, да? Сигнал четкий. Можешь попробовать. Идентифицирует сразу объект, в какой так, стороне находится. 65. Давайте, ребят. Кто-нибудь меняет. В прошлый тест был на 55, да? Да, то есть 55 все взяли, а 60 уже не ходит. И это Кроник. Не предел. Троник справляется. Да, что, еще ниже? Да, 5 сантиметров еще. Это не предел его. Может, 70 сразу? 65 нормально. 70 он может не взять уже. Это не так, катуха. Там тут 40 не будет, да? Смотрим. Не четко. Угу. Четко вообще сказал на 70. Обработка четко идет. Давай сразу. Короче, надо яму еще на метр камеру. Ну вас. А вы представьте банка Кока-Колы. Кто-то не верил, что там с 18-кой берет там какие-то глубины, 1,50 м, 1,70 м. Берет. Ну это да. Это не пятаки, конечно, да. Но вот там какое-то огромное зеркало, он взял. Это 70. 70 сантиметров, ребята. Интроник. Вот, кто не верит, ребята, уже вот максимально. Чтобы просто вопросов не было. А то, блин, каждый приходит, да, Эквинокс, да, Ванкувер, что все это может, только... Это не знаю, когда еще засунул. Там... Нам раньше там неоднократно хорошо. Вообще говорили, 75. Что мы с АК Сигмом только точно. Банки выкапываем. 75 нету. Только Подождите, банки нету? Выкапываем. 70? Все. Вот, давай. Да там 70. Есть последние. Консервные. Сколько? 70. 75, нет? Нет, 70. А там была 75, мы же делали. Не, не, не делали. Короче, ребят, 5 сантиметров, вы читаете. Че, только 70, что ли? Ну, что, ну, что возьмем, хочешь, да. Принесу? Да не надо. Не, ну четкий сигнал. Ну все, ребят. Очень страшно. Гигантских размеров. Какая частота в этой катушке? 2,14. Так, а диаметр? Диаметр 18 дюймов. Кстати, даже неплохая. Новая катушка, ребята.
тяжелая, Серёж? Нет. Слушайте, это 5 копеек на глубине 70 сантиметров. Вообще, четкая отработка, абсолютно. Да, значит, без помех. Так, VDI 86. Рейтинг 8 по высокой. Не вижу, сколько по низкой. 42D. И вот дегатографы, то есть эти TI 223, что-то в этом роде. Вообще сигнал офигенный. Я даже не знаю, что прикапывать. Просто такую четкий. Глубину, да. Давай попробуем. А у нас даже целей под меня таких нет, чтобы она не видела. Ну вот. Намного лучше, ты понимаешь? Как будто разорыто вообще на 10 сантиметров. Настолько вот. Прям яркий сигнал. Я еще могу на 10 сантиметров поднять, она видит. Вот так. Подняли еще подушку на 10. Вот, ребят, смотрите. Без обмана. Ну, троник заряжен немножко. Вот. Переделками, но не так, чтобы сильно. Давайте по воздуху померим сейчас на банку. Закапывайте ее как. У нас таких людей нет, которые могли бы ее закопать. Сейчас попробуем. Цель вам. Нет возможности. А то у нас кто-то не верил. Просто некопаемая вообще себя. Берет глубоко. Посмотрите. Что-то не так сейчас. РВ так срабатывает. Не знаю, почему такая дальность. Сейчас попробуем. А почему, Серёж? Не знаю, сейчас посмотрим, что я не так сделал. Может, надо адаптировать получше. Ну, сейчас проверим, может, на такую цель. Меня брала на 1.50 м, 1.80 м. Сейчас ты что за цель взял? Зеркальце. Так, зеркальце. Что-то не то по воздуху. Сейчас попробуем. Да, как будто он не отстроен. Не-не-не, как будто что-то не так, да. Сейчас попробуем. Ну я скажу сразу, что... А вот телефон лучше убрать подальше, потому что он ее просто не... Ничего не будет вырезаться, абсолютно какие показатели показывают прибор. Да, не знаю, в чем воздушный тест не проходит. Вы обязательно это все увидите. Ну ладно. Пишем на положение звезд. Добрый день, строим. Не знаю. Не хочет положить. В грунте ему нравится. В грунте лучше, да. Так.